Всем привет, ребят! Продолжаем проходить GTA Liberty City Stories, и я сегодня постараюсь заснять хотя бы примерно 4-6 видосов, чтобы они выходили примерно через, ну да, с интервалом в неделю, чтобы вам было хотя бы что-то посмотреть на моем канале за то время, пока я буду на даче. Фух, ну что ж, поэтому давайте начнем сразу же. Вновь миссия за Леона из Whole Nine Yards. В общем, надо разобраться с Ярдисами, как я понял. Или наоборот, подождите, я не помню точно. Но вроде бы мы должны быть вместе с Ярдис. Короче, я так давно проходил, что я помню одну миссейку, где у нас будет перестрелка бандами. И, возможно, это именно она. Пока что сейчас нам нужно украсть байк, поэтому я не буду вас заранее... Короче, не буду заранее заливать, что в этой миссии будет, потому что я действительно ее не помню. С вами все и узнаем, тогда же будет интереснее, я так думаю. Потому что проходить, когда ты знаешь, что тебя ожидает, это неинтересно. Всегда хочется чего-то нового. Так, тем временем нам нужно найти вначале байк. Только куда нам надо? Ага. Никого нельзя убивать, да-да. Никого из форели нельзя убивать. Тогда мы сделаем проще. Мы такие... Эй, здорово, пацаны. Оп, байк. До свидания. Блин. Lose the bikers to kill zone. По-моему, сейчас за нами погоня, а я тут, блин. Да. ГГВП изи. Поехали. Насколько я помню, до сих пор нельзя никого убивать. Да, мы должны, конечно, сейчас натравить наших... друзей, так сказать. Блин, почему здесь так все плохо прогружается? Фух, даже натравить форели на ярдисов, насколько я понимаю. Поэтому мы сперли байк. Интересно, почему не можем просто так их убить? Наверное, именно нужно устроить клановые войны. Что там у нас? Ну да, хвост. Нехилый. Хм, налево, направо. Давайте начали налево. Как давно я не поворачивал на большой скорости, о господи. Кстати, недавно сходил с друзьями в картинг, ребят. Довольно веселая штука, попробуйте. В принципе, даже если вы никогда не катались, то это довольно несложно. Поэтому... Так? Да. Поэтому это даже весело, там всего 10 минут. Примерно, да? Но этого хватает вам с лихвой, поверьте. Попробуйте, очень весело. Вот и все. Да, это было слишком просто. Ну, я думаю, вы поняли, что здесь пригодится и так далее. По идее, сейчас можно еще перестрелять всех наших. Можно было посидеть и подождать, пока наших поубивают, тогда будет больше патронов. Но, в принципе, мне это не нужно, поэтому спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Единственная трудность, которая, я так понимаю, могла с нами случиться, это то, что нам пробили колеса в самом начале и ехать бы было тяжелее. А с вами был я, Заза. Спасибо всем еще раз за просмотр. Я поехал снимать следующий видос. Всем удачи и пока!